Работы по реставрации дома Гоголя начнутся в следующем месяце, а закончиться должны до конца года, если позволят погодные условия. Об этом сообщил руководитель городского управления по вопросам охраны культурного наследия Владимир Мещеряков. Сейчас идет процесс разработки научно-проектной документации по заказу владельца объекта. Он находится на завершающей стадии, и до конца текущей недели проект должен попасть в профильное управление горсовета. Далее, согласно заключению городских чиновников, облгосадминистрация предоставит разрешение на начало первого этапа реставрационных работ, которых коснется и фасадов. Фасады – это и покрівля, и водовідведення. И планируются эти работы, первый этап, отримавши дозвіл, начать уже в квітні. Загальний кошторис – 315 789 гривень 94 копійки. Это первый этап, включаючи реставрацию фасадов и дворового, и уличного. И это все, я наголошую, что это все не бюджетные кошти.